Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дракон Рожденный. Мы с вами проходим Биошок. Там, может, не так было написано, я не успел прочитать. Мойра, Патрик, в этом весь Райан. Дождался, пока мы почти выбрались, а потом дернул за веревочку. Мы найдем этого подлеца, найдем и вырвем его сердце. Я пришел сюда, чтобы достичь невозможного. Но без меня ничего нельзя сделать, поэтому... Что не способен создать... Сделаем это вместе. Это же воздух, которым ты дышишь. Это я за него плачу. Ну так дыши глубже, чтобы потом вспоминать его вкус. Вкус воздуха. Доберись до батисферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна. Это кладбище? Я подумала, какая красота. Мы пришли в сад. В сад Аркадии. Внутрь в склеп зайти нельзя. Попасть на станцию метро. Давайте осмотреться. Тут так красиво. Кто-то бухал тоже. Уже не из-за холода, а от жизни прекрасной. Чего ты ждешь, глупыш? Это прекрасно. Глупышка. Призрак нас куда-то манит. Манит. Или заманивает. Ну, в общем, есть. И вы можете мне помочь! Можете помочь! Всюду! Могу помочь. Здесь есть припасы. Нас сейчас здесь закроют. Для полного счастья. Вот это да. Главное себя от электроразряда не убить. Нас заманивают в ловушку. Нас заманивали в ловушку. Никому помощь-то и не нужна. Клей? Зачем нам здесь клей? Привет, о, господи! О, я не ожидала такого. Ну никак. Я реально испугалась. Если бы я играла ночью в темноте, у меня бы, мне кажется, случился инфаркт. На нем рога или маска? Уф. Наверное, надо взять вот что. Плазмит тоже себе какой-то крутой установил. Я тоже хочу себе такой плазмид. Мутамаг. Мертвый. Все.
Уже нам не дают никаких бонусов за то, что мы фотографируем. Это уже не требуется. Зачем мы столько пленки набрали? Ах, бесполезные занятия. Это у нас что? Что-то нет особого эффекта. Эти турели ни одного не убили. Вначале убили, когда было по одному противнику, но там меньше было. Сейчас когда их по 4-5 штук. Что нам это не помогает? Ну, мы его обыскали. Давайте посмотрим, что у нас по припасам. Что за... валялось здесь. Какой-то странный древесный человек. Везде у него заначки, которые нам пригодились. Врач должен трогать так много грязных, отвратительных вещей! Кто-то ходит наверху, явно недобрый. Я свалилась. А как на лифт попасть? Я забыла. Как-то надо попасть. А, все, вспомнила. Вот так вот. Ты переносчик болезни! Не знаю, почему не получилось сбить его с ног. Какие вы сложные ребята. Все аптечки на тебя потратила. Так и живем. Так и играем. Трясти его! Знаете что? Все загорелось. Может, надо было тогда взять заморозку? Ты я где? Это мы так далеко? Это каждый раз мне... возвращаться через эту дверь? Можешь мне тогда сохранку загрузить? Сохранюсь отсюда, потому что там сейчас опять будет все переключаться 100 раз. Почему я сгорела там? Из-за того, что я хотела поджечь. Не от своей воли пламени. Да. Да некогда переключать оружие. Такая заваруха. Это не ловушка ли установлена на тайный проход? Там веревочка. Здесь еще не поздно. Куда ты делся?
так, что сохранилось. Я только что сохранилась. Что? Я знаю, что ты там, грязь. Иди туши себя. Иди еще туши себя. Что-то на подъем очень тяжелая бабонька. Кое-как ее убила. Что-то они такие сильные. Че это за механизм тут? Съесть? Ловушку съесть? Обезвредить? Электрический разряд, может. Телекинез? Да. Нет, не может. А кто взлом? Сейчас заново буду начинать, если не сохранюсь. Ты бандит? Это моя территория. Почему не действует? Ибрэ. Поэтому я и сохранялась. Короче, из-за того, что я там сразу погибаю, у меня нет лечилок. Там установлена турель рядом с автоматом, где можно купить лечилки. Попробую в другую сторону пойти. Может, мы еще не все припасы здесь собрали, мне нужны пчелки. Потому что я тут не все осмотрела, хочу вернуться. Не надо было ей приходить. Оу! Называется, она шла другой проход. Я молодец. Меня чуть не убили. Это вы называете вырезкой? Да если такое подать какому-нибудь столицу отеля газ какой-то выделяет эти растения, да? Я застряла в этом месте. Из-за того, что не отличил их, сразу умираю. Мне надо найти другой проход. Туда не пойду? Нет. Нет, не может быть. Думаешь, мимо меня можно иди сюда. Иди сюда. Нет. Нет. Возьмем тогда гранатомет и снесем голову нахер. Я еще не умер, прикиньте. Подождите, надо как-то решить этот вопрос. Или купить лечилок. Там автомат с лечилками. Thank you.
надоело. У нас что было, лечилки? Вот достаточно компания, чтобы изготовить предмет, найдите станцию универсального конвертера. Тут еще можно создавать вещи, предметы. Ага. Дробовичок. Напалм особенно эффективен против целей, уязвимых для огня. Поджигает объекты при длительном применении. Жидкий азот. Это жидкий водород для химического огнемета. Жидкий водород особенно эффективен против целей, уязвимых для холода. Или то, да. У нас есть поджог. Вот сохранится жидкий азот. А это где он? Добро пожаловать на Надо было сначала сломать, опять сделала, все не так забыла. Сейчас надо все обыскать, у меня не хватает ни припасов, ничего. Надо свалиться вниз и здесь все обыскать. А кто там ржал очень громко? Сатурнийцы, беги! Беги! Куда она делась? Они идут! Я дал клятву не прятаться! Это наш дом! Пришел. Наш! А вот, снизу можно пройти. Спасибо, что пришел. А что там? Можно ловушку-то эту брать? Давайте проверим. Что здесь такого интересного? Припасы. Будут не лишними. Спасибо, что пришел. Револьверные. Противопехотные патроны. Взрывающаяся картечь. Разрывная картечь для дробовика. И то, и другое я сделала. Мы собрали новый вид патронов. Более эффективных. При которых наши враги будут трепетать от страха. Приноси еду, и мы устроим пикник. Спасибо вам, Спасибо.
Пора идти, мистер Би. Надо с ним разобраться, с мистером Би. Подарок. Срочно нужен телохранитель, наш новый плазмид Ги Нос. Заставит большого папочку поверить, что вы маленькая сестричка, и встать на вашу защиту. Сейчас проверим. Притворитесь сестричкой и позовите большого папочку на помощь. Он вступит в бой и защитит вас. Отличный плазмид. Нас не будешь убивать. Ой, я свалилась. Иди. А, кстати, надо его убить, да? Сейчас убьем. Ячейка боевого тоника. Боевые тоники помогают вам наносить и выдерживать урон. Чем больше ячеек, тем больше тоников вы можете использовать. Ячейка физического тоника открыта. Ячейка... боевого тоника. Что-то вот это уже не актуально стало. Разозлите своих врагов. Пусть они сражаются друг с другом. Сейчас мы сохранимся и мистера Би завалим. Сестричку только надо найти. Как только мы начинаем стрелять в него, он обращается против нас. И это не работает. Можно сказать, бесполезно. Откуда эта женщина опять взялась? В несколько заходов приходится его убивать. Хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Спасибо. Спасибо вам большое. Время спать. Одно из самых популярных предложений суперхакера. Медвежатник дает вам доступ повсюду, куда вы хотели бы попасть. Примите его прямо сейчас вперед на зло. Мне нужно разблокировать еще одну ячейку. Несколько заходов, и я убивала его. Очень много раз пропала.
ячейка инженерного тоника. Нужно разблокировать. Мешает силу тока при взломе, но это не сильно важное. Плазмидная ячейка. Да? Кидайте в противника любые предметы. Так, ячейка инженерного тоника. Физического. Все. Плазмиды потребляют меньше евы. Так, где у нас генный банк? Оборот, не вернусь теперь. Я готова к сну. Телекинез. Нужная штука, если нужно подобрать предмет. То... Куда он делся? Опять это сумасшедший. Он перезаряжает мне патроны, блин. Убери тут всего, порезак. Несет меньше урон от огня и сами наносит больше урона. Если хочешь стать другим, посмотри, как цветочки мы росли. Где ты, сумасшедший олень? Олень, меня вези. Сестра! Шум! Я доктор! Не нравится! Я тебя вскрою! Да откуда ты? Я не вижу. Я не вижу. Я не увидел его. Ой, в какую дыру ты залез? Здесь мы были. Так, понятно, по кругу пошли. Так, а как туда пройти-то, где я была? Да. Снова вернулись. Туда же. Если ты не один, это надо использовать, но... Поблизости больше никого... И нету... Инвентарные позиции. 4 резиновых шланга, 4 батареи. Автовзломщик позволяет человеку с любым уровнем подготовки взламывать любые электронные устройства. Окей...
Как мне найти проход? Я заводилась, чёт. Эйнштейна сильнее, чем Геркулес. Крепление брони, держатель ключа. Вы несете меньше урон от огня. Увеличивайте урон, который он наносит камерам слежения турелям роботам. Делайте шаги тише. Когда вы сражаетесь с теми, кто быстрее или сильнее вас, нужно использовать любые преимущества. Крадущийся гаечный ключ позволит вам одолеть любого противника и всегда сладкий. Расплох. Возьмите, потребляет меньше пола. Не так эффективно. Телекинез — это если мы не можем достать вещи, собирать какие-то. Перезагрузка меньше на 2 давления при взломе. Уменьшает сложность при взломе турелей. Пологие холмы вон там, и там же батисферная станция, а оттуда прямиком к Райну. Мы нашли проход, нам надо туда, но здесь у нас осталось незавершенное дело.